Начал применять боевое оружие в воздухе, светошумовые гранаты против несчастных людей. Фашистский режим Дуды подогнал границы водометы и поливает на морозе, на минусовой температуре несчастных женщин, детей и молодежь, которые просят лишь одного гуманитарного кордона в Германию. Как мы и предсказали, ситуация может закончиться трагическим исходом и даже кровопролитием, если мировые лидеры Ангела Меркель, Франсуа Макрон, Александр Лукашенко, Владимир Путин не вмешаются в ситуацию. Кто-то должен остановить профашистский режим Дуды Моровецкого-Качинского. Юрий Воскресенский, специально для ОНТ. Hey! Fuck you, Bono! Fuck you! Fuck you!